Всем привет! Перед вами болгарки Stomer. SAG-1010 мощностью 1010 Вт и SAG-2401 мощностью 2380 Вт. Они предназначены для сухого шлифования, а также резки металлических конструкций. Для защиты от случайного включения есть блокиратор кнопки пуск. Боковую рукоятку можно устанавливать в трех положениях. Модель SAG-1010 использует круг диаметром 125 мм. Скорость вращения 11 000 оборотов в минуту. Модель SAG-2401 работает с кругом диаметром 230 мм. Ее скорость вращения 6 000 оборотов в минуту. Инструмент включается без рывков благодаря системе плавного пуска. В комплекте обеих моделей идут защитный кожух, набор щеток, боковая рукоятка и ключ для смены диска.